Здравствуйте, друзья! Мы с вами возвращаемся на ринг Energy W. И в зале появляется принц Блэкрок. Конечно, такие особы, как принц Блэкрок, не страдают низкой самооценкой. С этим у него проблем точно нет. Человек еще и в такой короне выходит. Это уже о чем-то говорит. Но сегодня принц Блэкрок. Так, он показывает, чтобы выключили музыку. Интересно, что он собирается сообщить. Все ли меня слышат? Или меня видят? Да. Какое сегодня число? Первое. Первое сентября, скоро третье. Да. Что это за день? День, когда школьники уходят из интернетов. Давай. А я подумал, сегодня день знаний. Да? Но вы, видимо, с линейки все пришли и все забыли сразу, да? Не ходил? Я и пошел. Я не просил. Ну ясно. А какой самый главный предмет в школе? Математика. Физкультура. Математика. Что? История. История. Ну раз так сошлось, что сегодня день знаний, вы пришли на рест. Может быть, копнем лучше? Кто знает, когда и как начался рестлинг? В начале 20 века. Так. Из постановочной цирковой борьбы. В Соединенных Штатах Америки. Специально. Все, замолчи. Тебе точно надо попасть в школу? Стоит еще рассказать. Изначально рестлинг не был таким, каким вы его видите сейчас. Не было этих клоунов масочных, не было этих ударов, которые наносят тебе больше урона, чем твоему сопернику. Раньше был кэтч-рестлинг. Кэтч. Кто знает, как это переводится? Захват, ну а раскрой. Борьба. Catch as can catch. Борись как можешь. А кто-нибудь знает, какие были правила в кэтч-рестлинге? То, откуда вообще пошла борьба? Вот. Вряд ли вы вообще знаете правила про-рестлинга, да? Но кэтч-рестлинг кто-нибудь знает? Ну, золото. Золото. А вот в этом-то самое интересное, там правил не было никаких. Разрешено было все, что хочешь. И все... Да, вполне. По глазам? Если это заранее оговаривалось, можно по глазам, можно было уши, можно было кручивать фаланги, можно было делать все, что хочешь. И этот спорт считался самым опасным на свете. Посторонние предметы можно там есть? Нет, посторонние предметы нельзя. Канаты символизировали, что ты трагиваешься, берешь балку или камень. Ну или чтобы вам было понятнее на нашей реалии, считайте, что дотянулся до каната, все равно, чтобы стал травматом, либо звон ментов, кому что ближе. Это было самое яростное и безжалостное, безжалостный вид спорта. Из которого пошло, который разлетелся на все континенты. И мне, как бойцу, да, мне очень неприятно видеть, как вы иногда реагируете
когда этот ринг поднимаются настоящие спортсмены. Кейдж-рестлинг. Но я вас не виню. Вам не дано понять некоторых вещей. Например, если тот же Иванов возьмет, ударит меня скейтбордом по спине. Я знаю, что я встал. Я встану и дам ему. Если стервятник проведет мне свой банчершоу или свою вертушку, я встану и побью. Но когда твой соперник кетчер, и не дай бог, ты отдашь ему ногу, пошли, он просто сломает. И я не встану месяц или два. Я понимаю, что вам это не дано понять. Я вас не виню. Ну, между нами пропасть. Мне интересно, на что способны эти ребята, которые появились в нашем промоушене. Я поговорил с Виктором Поводом, и он дал добро. Егор Золотов, сегодня ты бьешься против меня. Ну давайте посмотрим на это. Принц Блэкроу против Егора Золотова. Действительно, кетчеры в последнее время стали все чаще выходить на ринг NRGW. Эти парни действительно сохраняют традиции и показывают высокий уровень выступлений. Они, в особенности Егор Золотов, являются настоящими специалистами в своей области. Они охотятся за ногами соперников. Конечно, они любят побороться, поработать в партере. Ну что такое, принц Блэкроу? Все готово. Давайте посмотрим. Раз уж Блэкроу этого захотел, проверить свои силы с настоящим кетчером, посмотреть, на что способны современные представители этого стиля. Егор Золотов начинает поактивнее, пытается обхватить. И вот начинается, вот. Вот, собственно, эта работа, вот, собственно, эта борьба. Конечно, принц Блэкроу довольно крупный человек. В этом плане у него преимущество, он просто мощнее. И победить Егора Золотова по сабмишину для принца это будет огромное достижение. Конечно, ничего лучше не придумать в этом матче. Что интересно, попытается ли принц Блэкроу перейти в борьбу, может быть, проход сделает или что-нибудь в таком духе, или не рискнет работать в стихии Егора Золотова. Вот, собственно, опять начинается. Блэкроу меняет позицию, сам оказывается сверху. И не дает... Опа, все-таки получилось. Опять Золотов. Решил обхватить корпус, но Блэкроу дотягивается до каната. Thank you.
Хорошая проверка. Блэкроу почувствовал, что может работать с таким соперником. Пускай для него это и более типично. Разгон и вот. Даже несмотря на разницу в габаритах, Егор Золотов сносит принца. Тот уже возвращается. Запуск. И вот это уже интересно. Тем более мы видим, что есть там проблемы у Егора Золотова. Слабое место найдено. И, конечно, удары под колено могут изменить весь этот бой. Теперь уже Золотову надо как-то приходить в себя, подниматься с помощью... Ой, еще один удар. Ну, болеет. С такими проблемами Золотов вряд ли сможет что-то сделать. Кричит от боли, Блэкроу еще и передерживает. Ничего не стесняясь. Раз, два, три, четыре. Надо бы возвращаться на середину. И еще один удар. Ну что такое, никак Егор не может выбраться. Я не знаю, может ли он вообще стоять нормально без помощи канатов. Вот. Пошел заряд, пошли удары. И теперь, конечно, тяжело поднять такого оппонента. И теперь уже Блэкроу будет комфортно чувствовать себя в партере. Он знает, что делает. И, возможно, Егору Золотову лучше отстучать. Даже если для него это будет... ощущаться как позорное поражение, все равно иногда лучше позаботиться о себе. Иногда рестлеры бывают слишком крепкими себе же во вред. Потому что это рискует закончиться еще более серьезными травмами. Что пока некуда деваться Егору Золотову. Блэкроу над ним издевается и попутно наносит очередные удары. Неужели так все и закончится? Ну-ка, Золотов пытается. Опа! Раз, два. Бывает всякое. Можно победить и так. Хотя, конечно, вряд ли. И сегодня принц Блэкроу чувствует себя лучшим борцом. Ну и после такого Егор Золотов не сдается. Когда ты на нож снимал карьеру, вы все... как я отбиваю, вы все хлопаете. Вы хуже Гитлера. Ничего себе. Вот это претензии к зрителям. Егор Золотов не может стоять на ногах. Я не знаю, может быть, сейчас как-нибудь зацепится за ногу. Опа! Переход за спину. Есть еще какие-то силы. Даже перевод получается. И Катрэнч! Ну что? После всего того, что принц Блэкроу сегодня делал, после такой самоуверенности в последние минуты, он сейчас рискует проиграть из армбара. Все, конечно, с такими мастерами нельзя ни на секунду терять концентрацию. Еще хуже положение у Блэкроу, и он стучит. Дин Харрелл после того, как Золотов бросил ему вызов в прошлый раз,
Тот решил воспользоваться моментом. Ты думал, я тебе пойдусь? Смотри на меня. Вызов принят. Да, вызов принят. Сказал Дин Харрелл, это значит, что мы увидим их поединок. Конечно, Егор Золотов большой молодец сегодня. Он сумел выдержать, он сумел победить принца Блэкроу. Хотя казалось, что шансов уже почти нет. Этого не хватит, чтобы меня победить. Да, Золотов решил показать, что его уложить почти нереально. Но, конечно, сейчас у Харрелла полный контроль над ситуацией. Естественно, после матча, о чем тут можно говорить после такого тяжелого матча для Егора Золотова? И в любом случае, он не собирается сдаваться даже сейчас. Я уверен. Он бы бросил вызов любому, кто захотел бы на него напасть. Но, конечно, нужно восстанавливаться. Нужно прийти в себя. Он сможет отомстить на шоу Energy W финал. А сегодня Егор Золотов настоящий молодец. Продолжаем, и сейчас в зале появляется легендарный для отечественной хардкорной сцены, если говорить именно о рестлинге, человек Александр Набиев. Снова он прибыл на ринг Energy W. Прибыл со своим хардкорным поясом GCW. И перед этим шоу он бросил открытый вызов. А сегодняшний выпуск Energy W представлен Крэнк Пицца. Ну что, кто же станет его соперником? Интересно. Александр Шварц принимает вызов. Ну что, такие темы могут очень быстро организовываться, тем более, раз это не просто бой, это бой с чемпионским титулом на кону, с хардкорным поясом. Обычно так оно и бывает, когда в деле Александр Набиев. Соответствующий этому титулу бой без дисквалификации. Конечно, для Александра Шварца не впервой начинать именно так, выходя из зрительного зала. Так мы с ним и познакомились на самом деле. Ну и начинается размен, жесткий размен
ударами посреди ринга. У кого голова крепче и у кого удары сильнее. Давайте посмотрим. Вот. Шварц ногой замечательно бьет. Мы это видели с самого начала. Ну, нормально. Теперь пошли по чопам. Погоди. Опа! Пощечина! Лови леща! Душевно начинается бой, ничего не скажешь. Чисто по-спортивному. Проверка друг друга. Опа! Набиев показывает, что в этом размене он сильнее. Пора уже делать что-то другое. Ну вы посмотрите. Большой удар ногой от Шварца. Конечно, для него это довольно удобно, потому что ноги у него длинные. Несколько ударов сверху. Фанаты поддерживают приезжего профессора хардкора, конечно, Александр Набиев. Давно уже заработал себе такую репутацию. Любимец публики, который не жалеет ни себя, ни соперников. Что-то задумал. Набиев. Это так, для того, чтобы прийти в себя. Похоже, у нас намечается еще одно соревнование прямо по ходу матча. Еще одна проверочка. Опа! Хедбат. Ну, нормально. Конечно, закончится это может очень плохо. Еще раз. Да, пора все-таки сделать что-нибудь другое. Не очень бы хотелось, чтобы все закончилось разбиванием головы. И вот, собственно, кик, который прославил Александра Шварца. Но в этом матче нет отчетов. Это бесполезно. Не самое логичное. Затея Шварца, а Набиев тем временем уже пришел в себя. И похоже, стул сейчас пойдет в дело. Не, давай продолжим так, сидя. Хотя для разнообразия, мне кажется, могли бы и стульями зарубиться. Я не видел в этом ничего плохого. Но поехали дальше. Пощечина от Шварца. Набиев решил просто ударить несколько раз подряд. А теперь и стулья. Но теперь стулья расставлены не для того, чтобы на них сидеть, а для того, чтобы направить туда тело соперника. Не дает Шварц сотворить с собой такие вещи. Придется постараться получше, возможно, с канатов. Шварц продолжает сопротивляться, и вот колено. И стулья разлетелись. Как бы ни выглядело это соревнование, как бы они ни сражались,
просто сидели, стоя друг перед другом. Со временем, конечно, матч должен был стать ожесточеннее. Еще одна попытка от Шварца. Запуск. И сайд-слэм на стулья. Хороши, конечно, матчи без дисквалификаций. Позволяют рестлерам заняться настоящим творчеством. Удержание от Набиева. Раз, два, три. Профессор хардкора остается. Хардкорным чемпионом. Достойный бой показал Александр Шварц. Я думаю, что рестлеры порадовали зал, порадовали зрителей. Конечно, такие бои вредны для здоровья. Не знаю, что там сегодня с организмом Александра Шварца, но похоже, ничего страшного. Да, он показывает уважение. Конечно, он сам ответил на этот вызов. И этим заслужил уважение от Набиева. Но это еще не все. Морм там подобрался. Набиев, ты что? Я? Нет, Набиев. Я давно слежу за тобой, понимаешь? Все следят, все следят. Я видел твой матч в Нижнем Новгороде. Видел тебя на Славянском насилии. Видел, как ты сражался в клетке Черепасе. И я помню... Помню, что вы сделали здесь, на этом ринге, вместе с Алексеем Хитрым. И я хочу дать тебе шанс доказать, что за всем этим фасадом из стекла и крови скрывается настоящий боец. И я хочу сделать тебе предложение. На следующем шоу Energy W финал я предлагаю тебе за твой титул. Хардкор? Хардкорный титул. По классическим правилам. Докажи, что ты крутой сильный сын Алиев. Докажи, что ты можешь. Ну, что я могу и без ХК, а? Ты можешь все. Конечно. Ну, что там тихо, ну, я не знаю. Вы хотите видеть Алиева? На следующем шоу. На следующем шоу. Ладно, окей. Хардкор титул на КО, но матч по английским правилам. Я покажу это потом, если вы хотите, когда-нибудь еще. Я покажу вам настоящее ультра насилие здесь, на этом ринге. Еще один вызов брошен, вызов принят. Еще один интересный матч у нас намечается на шоу Energy W финал. А с вами сегодня был Валентин Нарчук. До скорых встреч!